Прыщи взрослых женщин могут быть по самым разным причинам, начиная с того, что, во-первых, это могут быть разные диагнозы, это может быть и периоральный дерматит, это может быть розация, это может быть сиборейный дерматит, который тоже проявляется определенными высыпаниями на лице, ну и в конце концов это может быть самая распространенная причина – это акне. Если говорить конкретно про акне, когда мы говорим о большом количестве комедонов, закупорок по подбородку, по щекам, причины именно акне у взрослых женщин прежде всего является наследственность, которая реализует себя через гормональное воздействие. При этом не обязательно у женщин должен быть какой-то диагноз. У нее может быть диагноз, допустим, синдром поликистозных яичников, врожденная дисфункция коры надпочечников, когда помимо акне там еще есть много разных симптомов. Омолостение по мужскому типу, допустим, нарушение менструального цикла, проблемы с беременностью, бесплодие или преждевременные роды, к примеру. А может быть такая ситуация, когда гормоны в норме, но все равно они активно воздействуют на сальную железу и вызывают воспаление. Это основа. А дополнительные факторы – это питание. Это очень частый фактор, его недооценивают. Это стрессы, это так называемые экспосом-факторы, да, когда мы говорим о загрязнениях окружающей среды. Я понимаю, что вы сейчас смотрите это видео для того, чтобы понять, какие же причины для прыщей у вас, и не вскажет ли доктор какую-то волшебную мазилку. Но, ребят, я хочу вас разочаровать. К сожалению, дерматологу надо смотреть на кожу, нужно беседовать с пациентом для того, чтобы, во-первых, определить диагноз, потому что не любые прыщи – это акне, это бывают и совершенно другие состояния, которые требуют совершенно другого лечения. С пациентом нужно поговорить, на пациента нужно посмотреть, и только потом уже делается общий вывод по причинам, по эффективному лечению именно для вас и по прогнозам на дальнейшее выздоровление.